участник сегодняшнего фестиваля. Расскажи, кто ты, чем занимаешься, только вкратце. Меня зовут Константин Бобков. Ничего себе. Чем я занимаюсь? Учусь, я студент. Круто. Пришел посмотреть. А где учишься? Учусь. Уже до колледжа? Да. Еще один участник сегодняшнего фестиваля, представься. Да, Андрюха Тетичук я. Классно. Чем Андрюха в народе. Чем занимаешься? А кто? Ну, тичер я у школы занимаюсь, у Дворца пионеров играю на гитаре. Вот, воспитанники там балуются, тоже на гитаре поигрывают. Мы к ним подойдем еще. Вот. А что? Ну, учу, люблю музыку и т.д. и т.п. Я не знаю, что сказать. Меня зовут Кирилл, и я участник фестиваля. Так, а помимо фестиваля чем занимаешься? Занимаюсь музыкой, а также музыкой. Ну, немного еще музыкой. Мой друг и соратник, представься, расскажи, что ты будешь играть. Всем пиз, я чиз. Сегодня буду играть метал. Меня зовут Егоров Сергей, играю в Mental Reflections. Первый вопрос. Укулеле — это ребенок гитары? Внебрачный. Блин, это очень... Может быть, внебрачный? Это ложь. Позародышный. Да. Зови трех гитаристов с именем Ричи. Ричи Блэкмор, Ричи Котсон, Ричи... Ричи. Ну, блин, а что-то специально, блин. Три? Да. Почему три? Человек назвал, кстати. Ричи Котсон. Да. Ричи Котсон. Ну, Блэкмор, понятно, Ричи. Ну. Блин, а что Ричи не скажу. Блин. Ричи. Кто еще Ричи? Я не знаю. Третьего не знаю, я потерял. А, Самбора. Ричи Самбора. Попал. Котсон. Блэкмор. Самбора. Красава вообще. Еще знаешь? Ричи Блэкмор, Ричи Котсон и Ричи Бальбоа. Ричи Петров, Ричи Иванов, Ричи Дудочкин. Сколько аккордов знаешь? Три. 24. Ноты или табы? Ноты. Сложно сказать. Смотря в какой мы находимся тональности, смотря что надо гармонизовать. Если у нас семиступенный звукоряд, то это одно количество возможных вариаций. Если какой-то другой, например, уменьшенный, там другое количество вариаций. То есть это такой вопрос не под рюмочку, не под камеру. Три блатных. Три знаю. Сколько педалей должно быть у гитариста? Ну, минимум 4. Должно быть 15 педалей, ну и при этом играть не обязательно. Педали надо ровно столько, чтобы не дали тебе после этих педалей. Столько и достаточно. Чем больше, тем лучше. Ты говоришь больше, чем... Педали? Ну, если автомат, то две. Опиши себя одним словом. Блюз. Да, гитарист просто. Просто. Блэк. Блэк. Кто, по твоему мнению, лучший российский гитарист? Андрей Крылев. Кто это? Это который пел это «Королева Снежна»? Это гитарист этой. Забыл. Гитарист Ирины Круг. Сложный вопрос. Не знаю. Много хороших гитаристов есть. Лучший российский гитарист. Я так не могу отвечать на этот вопрос. Это очень сложно. Виктор Смольский, конечно. Так он же белорус. Российский прям. Побожий. Басисты тупые. Нельзя такие вопросы задавать. А барабанщики?
Барабанщики вообще умницы. А барабанщики? Нет. Они отклоненные. А барабанщики? Блин, я барабанщики, блин, это самое, мне кажется, наоборот, интеллектуальное. Да, не всегда. Ну, бывает, тупят. А барабанщики? Тоже. Ну, басисты, не, у нас Макс, например, ну как? Ты? Ладно, все, проехали. Любимый гитарист твой вообще, который существовал, существует? Одного не будет точно. Ну, назови одного. Одного не могу. Ну, назови одного. Несколько, ну как одного? Но ну, любого. В данный момент, кто? Сейчас, подожди, подумай. В данный момент Инди Тимус. Хорошо, а барабанщик? Угу, барабанщик. Сейчас, ну, тут посложнее, но... Козел, пошел ты в жопу, бля. Иван Акименко. Вообще, во вселенной... Не знаю, я как всегда, как любил классику, так и до сих пор люблю. Для меня, наверное, это все-таки Сатриани. Круто. А барабанщик? Барабанщик? А вот ты знаешь, блин, из барабанщиков, если кого-то, ну, Терибозио мне очень нравится. А, да, не знаю, много ли всяких. А барабанщик? Барабанщик. Тут самое большое количество. Назвать можно человек 10, наверное. Да. Виктор Смольский. Виктор Смольский. А барабанщик? Ланс Ульрих. Ну, ладно, назову, что Петруччи, но... А барабанщик? Игорь Карпов. Кем станешь, когда вырастешь? Я стану, наверное, инженером. Гитаристом. Опять? Пенсионером. Блин, космонавтом хотелось бы. Расскажи самый короткий и смешной анекдот про музыкантов. О, блин, короткий, и чтобы был бы смешной. Да? Ну, наверное, блин, как всегда, про басистов. Давай. Ну, это когда начинается репетиция, и тут басист срывается за барабанщиком. Сволочь, стой! Чуваки, что ты делаешь? Да эта сволочь повернула колок и не говорит какой. Круто, спасибо.